Жители Подмосковья теперь могут выбрать медучреждения, которые нужно отремонтировать. На портале «Добродел» стартовало новое народное голосование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. По данным регионального министерства здравоохранения, в Подмосковье работают 1500 зданий, где оказывается медицинская помощь. В 2018 году правительство московского региона продолжило проект по ремонту и благоустройству медицинских объектов. На странице голосования пользователям предлагается найти больницу или поликлинику своего муниципального образования. Все организации отмечены маркерами. В карточке учреждения пользователь должен указать, что именно нужно сделать – капитальный ремонт, текущий ремонт или благоустройство территории. Народное голосование будет одним из основных показателей для включения объекта здравоохранения в план проведения капитальных ремонтов. Также при подведении результатов учтут пожелания жителей об устранении незначительных неисправностей, которые не требуют капитального ремонта, но при этом набравшие большое количество голосов. Поучаствовать в выборе медучреждений, которые необходимо отремонтировать, можно до 30 апреля. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.